Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как перестать торопить жизнь? Мы с молодым человеком планируем расписаться через год-полтора. Времени на подготовку достаточно, но я уже все пересмотрела, облазила все форумы, салоны в интернете. Играть в свадьбу мы решили еще год назад, я была до этого спокойна. Но за последние 2 года большинство друзей и знакомых расписались и без конца спрашивают у нас, ну что вы, а когда вы, а вы что еще не думаете? Эти вопросы загнали меня в тревогу, а теперь начала все торопить. Мне кажется, что где-то не успеем, а вдруг ведущих хороших не найдем, фотографа, а вдруг понравившиеся даты будут заняты. Эти мысли сводят с ума каждый день, я не знаю, как от них избавиться, мне кажется, я уже скоро и молодого человека с ума сведу. Свадьбу отложили на год-полтора из-за, ну, по медицинским показателям. Вот. А, смотрите, ну, во-первых, на мой взгляд, ваш вопрос, он несколько более, что ли, глобальный, чем та ситуация, которую вы описываете. Вот. То есть вы, получается, не то чтобы прямо торопите жизнь, а вы скорее хотите побыстрее, получается, выйти замуж, а плюс еще на вас оказывают давление ваше окружение. Вот. То есть вы хотите быть не, ну, получается, не хуже своих друзей, да, своих знакомых, как вы говорите. Вот. А дело здесь в этом. Это вопрос самооценки. Это вопрос уверенности в себе. Это вопрос в том числе. Личных границ, вот. Но в то же время это вопрос ваших целей и вопрос вашей невнимательности к собственным чувствам, потому что, ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что все люди двигаются в своем режиме и в своем ритме, в своем темпе. Вот. И, ну, совершенно не обязательно всем жениться сразу. Вот. Но вы боитесь выбиться из массы людей, вы боитесь как будто бы быть не такой, как все, и вот, собственно, свадьба для вас стала таким предметом. Вот. А я бы сказал, что вот в том месте, где вы говорите, что все эти вопросы ввели вас в тревогу, да, я бы сказал, что в этом месте вы, ну, к себе не внимательны в этом месте. Ведь это не они, не вопросы ввели вас в
тревогу. А это ваша реакция на эти вопросы ввели вас в тревогу. И по моему мнению, значит, в тревогу вас ввело некая такая невозможность ответить вашим друзьям и знакомым с позиции себя. То есть вы реагируете на то, что они вам говорят, с позиции, ну, знаете как, с позиции стыда, с позиции, ну, слабой позиции, в общем. Вот. То есть, как-то вы, ну, воспринимаете их вопрос почему-то как укор. Вот. В этом смысле, на мой взгляд, ваша тревога вполне может быть результатом некой такой злости на людей, кто спрашивает вас, недовольство на этих людей, но подавлено. Потому что вообще-то, подобные вопросы являются нарушением ваших личных границ. Вот. То есть люди, которые спрашивают вас об этом, нарушают ваши границы лично. Вот. К сожалению. А почему вы торопитесь? Ну, на мой взгляд, чтобы чего-то не замечать. Вот, чтобы не замечать чего-то, что вам не понравится, что будет вам неудобно, например, то, что вы можете злиться на своих знакомых и друзей. В общем, когда человек спешит, он избегает. И это, в общем и целом, на мой взгляд, то, что вы делаете, вы избегаете от этой ситуации. Вот. А избегаете вы того, что изменилась ваша мотивация. Ведь уже вы замуж идете не столько для молодого человека своего, ну, чтобы с ним быть, да, вот, сколько ради вот своих знакомых. Вот, мотивация сменилась, и вам нужно избежать этого. Вот, потому что это очень неприятный момент. Ага, ну, то, что изменилась мотивация, то, что вам для вас теперь вот так скажем, актуальным, да, является вот немножечко другой аспект, то есть аспект, значит, такой больше социальный. Ну вот, в принципе, то, что можно сказать.
То есть ключиком к решению проблемы было бы вот возврат к тому, что собственно изначально было для вас мотивом для того, чтобы выйти замуж. Ключиком является возможность заметить для себя, значит, то, что вам хотелось, когда вы просто, значит, вот, ну, хотели выйти замуж. И вот, что хочется сейчас. Потому что сейчас вам хочется не замуж выйти, а как можно быстрее перестать быть белой вороной. Вот. Поэтому здесь задача еще заключается в том, чтобы поработать с чувством стыда, который у вас присутствует. Вот. Вот как-то так. Так что у вас есть, на мой взгляд, достаточное количество времени для того, чтобы начать работу над собой, чтобы начать психотерапию, вот, разобраться в себе и не испортить отношения с молодым человеком. Вот. Потому что за всей этой гонкой, как вы, я надеюсь, понимаете, могут отношения испортить довольно-таки легко. Вот. Ну, если вы займётесь собой, да, если вы займётесь психотерапией, то отношения вы не испортите, конечно. Вот. Поэтому такая вот история. Еще, что я могу сказать, это то, что вот лучший способ перестать избегать, да, чего-то, это стараться заметить важность того или иного события в вашей жизни, вот, тех или иных целей, тех или иных задач, вот, которые вы выполняете ежедневно. Заметить важность молодого человека своего, в том числе, вот. Потому что вы же сейчас, я уверен, на него внимания не обращаете. Или обращаете, но куда меньше. Вот, и все это не может не откладывать отпечаток на вас и на нем, в принципе, тоже. Я бы хотел, чтобы вы также задали себе вопрос, как могло случиться так, что люди навязали мне
свои желания, свое видение, да при этом где? В самой интимной сфере, в личной жизни. Вот. Как так вышло? Может быть, я боюсь неодобрения этих людей, может быть, я боюсь, что они меня бросят, может быть, я боюсь выделяться, вот. Попробуйте себе на эти вопросы все ответить. Я думаю, что это и послужит ключиком к решению ваших, ну, к решению вашей проблемы. Хотя, в то же время, хочется сказать, что лучшим способом решения проблемы стала бы именно все-таки психотерапия, потому что, ну, вот, по опыту я могу сказать, что человеку самому без поддержки, да, без, ну, без специалиста, вот, довольно сложно бывает выйти за пределы своих привычных мыслей, вот, за пределы своих привычных поступков, вот, и так далее, вот. Поэтому тут, ну, решать, конечно, вам, вот, но у вас есть время, полтора года и так далее. В принципе, можно потратить какую-то часть этого времени на психотерапию. Попробуйте также ответить себе на вопрос о том, что будет, если вы не подберете ведущих, что будет, если вот что-то из того, что вы так хотите, не получится. Откуда это ваше такое желание, да, чтобы, ну, чтобы свадьба, чтобы свадьба прошла идеально. Вот. Почему в какой-то момент вам это стало так важно? Вот. Можете ли вы себе на этот вопрос ответить? Потому что вот тоже такой вот момент, что в гонке, да, человек не замечает этого. Человек не замечает вот, ну, вот этих моментов. А все это очень важно, это ваша жизнь. Вот. Поэтому остановиться. Вот. Спросить себя, куда я иду, вот, туда ли я иду, куда я хочу, или сейчас мною руководят уже другие люди, вот, на что я нацелена, значит, какой я вижу, значит, свой, каким я вижу свой ориентир, вот, понимаете? Я думаю, что мой ответ вам слушать будет нелегко, потому что он достаточно медленный, вот, и это хорошая, очень хорошая для вас проверка, вот. Потому что, когда человек торопится, когда человек спешит, он, конечно, многие вещи из виду упускает. И вы стали вот это
получается делать на постоянной основе, вот, что есть, естественно, ни к чему хорошему не приводит, но само собой, да, вот, вот как-то так. Значит, что еще я бы сказал? Ну, часто люди торопят жизнь, потому что им не очень интересно. Вот такое, знаете, тоже бывает. Поэтому стоит себе ответить на этот вопрос, да. Ага, правда ли мне интересно прямо сейчас, например, проводить время с молодым человеком? Правда ли мне интересно сейчас мои какие-то привычные задания, привычные дела? Что я чувствую, когда ими занимаюсь? Вот. Чувствую ли я удовольствие? Чувствую ли я наслаждение? Чувствую ли я интерес к тому, что делаю, да? Или нет. Вот тоже вам направление. Ну и если у вас есть опасения, что молодого человека стало напрягать ваше поведение, вот, то я бы рекомендовал вам вместе с ним обратиться к психологу, вот, и провести сеанс парной терапии, да, вот, для того, чтобы, если нужно, вот, немножечко подправить, да, подкорректировать ваши отношения, вот, и чтобы они сохранили свою красоту и искренность, и все то прекрасное, что в них, я уверен, есть, ну, было и есть. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Вот. Всего вам самого хорошего.